Здравствуйте, дорогие друзья! С огромным удовольствием мы хотим поприветствовать всех вас на нашем весеннем концерте. И в это очень непростое время для всех, для нас. Нам очень хочется подарить вам тепло наших сердец, хорошее настроение. И, конечно, с огромнейшим удовольствием мы поздравляем вас с праздником Великой Победы. Будьте счастливы! А главное, будьте здоровы. Hello, ladies and gentlemen, and our many respected veterans. In these unprecedented times, we realize the importance of staying connected and spreading the positivity. It is a great tradition for many years to celebrate the great holiday of May the 9th, 1945. And in the honor of everyone who fought for peace in this beautiful world, we would like to present this wonderful concert. Please enjoy. Hi everybody. Welcome to Mitanni TV. Today I am very happy and my best friend Ilya Kaplan. Today I make a big concert with National Restaurant and Ingredients. But believe me, I have Russian, I have Kazakhstan, I have Jewish, me and Kurdish, but doesn't matter, as every people here say new day, new life, and new people. Now I ask about and best mom, best wife, and his small kid, his work with me, I said, today, but I listen with her song. His name is Ulushka. This is different song. Never ever after Kurdish life and Kurdish thing I said like this any sound. Yes, can you tell me Ulushka's story, please? Hi, good evening, everybody. And my song was about one young boy who was born before the Second World War, and he never cried. And always mom told him, do not cry, you are the man. And when the war begins, he went to this war, and during the battle, he trying to cry, but his officer told him, you can't cry because you are the man. And at the end of the story, when finally Russian won the war and all the Russian soldiers came back to his city, he started to cry because he was happy. He was proud about his country, of his people, and that's why he cried. And nobody told him, do not cry. This is a very touchable, emotional story about a small Russian boy who survived through the Second World War. This is it. And thank you so much. Today I have very little time, but I have to make one clip with you. And sure, and promise with Kurdish and Russian people. Thank you. Не букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии. Протянула робко ты эти скромные цветы, ведь они такие милые. Ах, ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, наши, пойте с нами. А чего? Почему? Ты не знаешь сам. Я поверил твоим голубым глазам. И теперь скажу тебе. Скажи. Ты одна в моей судьбе. Ты одна в моей судьбе.
Почему, почему, я не знаю сам. Я поверил моим голубым глазам. И теперь скажу тебе, ты одна в моей судьбе. Ты одна в моей судьбе. Ты весь день сегодня ходишь туды, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка, в эту трудную минуту так тебе мне хочется сказать. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Миша, то, что ты уходишь от меня. Самая нелепая ошибка, Миша, то, что ты уходишь от меня. Отчего, почему грустно парню одному? Не сидится, не лежится, не гуляет в своему подвале. Но потом на себя махнул рукой. А как вдруг человеку в ситуации такой? Нет дыма без огня, и сердце у меня. А я таковой, буквально сам не свой. Ласточка моя, ты зорька ясная, ты в общем самая огнеопасная. Когда простым, когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайный цветным узором земля и небо вспыхивают друг. Веселье час, час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Друзья мои, будьте с нами, оставайтесь с нами на нашем весеннем концерте. А теперь мы поем все вместе. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Мне тебя сравнить одна с песней соловиной, с тихим утром майский сад, с кикою рябиной, с вишней и черёгом, домой желанную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, какие вечера. Три года ты не снилась, а встретила вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою гоню. Тебя, меня, моя родная, ни с кем я не сравню. Друзья мои, мы вас любим. Широкие лиманы, зеленые каштаны, качаются на рейке шаланда в голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштанный, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет виду,
А коль покажет, скажет ему мать: ты же десит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты ж моряк, Мишка, а моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденький парнишка в ушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, поет о крике и мольбе. Мальчишке не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе. Ты же десит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты ж моряк, Мишка, а моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тяжкий скорбный шелест опущенных знамен в глубокой тишине под гул из барабана Одессу покидает последний батальон. Хотелось лечь, укрыть бы тело, родные камни мостовой. Впервые плакать захотел он, но комиссар обнял его рукой. Ты ж одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты ж моряк, Мишка, а моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны еще услышат шепот развернутых знамен, когда войдет в Одессу походкой чеканной красавицу Одессу усталый батальон и уронил на землю розы в честь возвращения своего. Мальчишка наш не сдержит слезы, и тут никто не скажет ничего. Ты же одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты ж моряк, Мишка, а моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Дорогие друзья, с великим вас Днем Победы! Будьте здоровы, будьте счастливы! I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, Lee Yuna. Construction is one of the most stable industries in today's economy. There's plenty of opportunity, so come and learn at the La Yuna Local 183 Training Center. It's the right place to start. If you're thinking about your future, you can learn a skilled trade through hands-on training and classroom training. La Yuna Local 183 Training Center is excellence in training. All apprenticeship programs are registered with the Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities. Become an apprentice and learn new skills which will open the doors to a rewarding career. Visit 183training.com. Thank you.
artist. I just started my training, and I am Liuna. Белыми лежит пейзаж.
ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Даже время мне не сможет помешать, но перелететь океан и разогнав кругом туман, упав с ночных небес, скорей тебя обнять. За окном небо все темнее, вспит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как тот мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Дым далеко от меня, за пеленой другого дня. Даже время мне не сможет помешать. Ну-ну-ну, перелететь океан, и разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. О-о-о-о, полетели! Сможет помешать перелететь океан и разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать. Ну-ну-ну, перелететь океан и разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорей тебя обнять. Уа-па-па-ра-ба-ра.
чудная была, ее течением несло, три деревяшки довесло, по морю лодочка плыла, а мне любимая спала, уснула на свою беду, шептала море увиду, уснула на свою беду, шептала море увиду. Ты унеси меня за ней, да попутным ветром через тысячу морей. За ней, да по морю ветром за любимою моей. Вдруг вечер северный поток, я руку к небу протяну. Мой Бог, я так тебя молю, верни любимую мою. Меня услышал Бог в моей, послал русал за ней, да попутным ветром через тысячу морей. Ты уведи меня за ней, да по морю ветром за любимою моей. Забуду о том, что вместе мы любили и теряли. И еще минута до прощания, оглянись и позови. Я забуду все, что было ради счастья и любви. Еще минута. Поверю, что ты останешься со мною. Еще минута до прощания, оглянись.
позови, и я забуду все на свете ради счастья и любви. Еще минута, и я поверю, что ты останешься со мною. Оглянись и позови, и я забуду все на свете ради счастья и любви. Еще минута, я поверю, что ты останешься со мной. Construction for 40 years. I am and always will be Lee Yuna. Construction is one of the most stable industries in today's economy. There's plenty of opportunity, so come and learn at the Liuna Local 183 Training Center. It's the right place to start. If you're thinking about your future, you can learn a skilled trade through hands-on training and classroom training. Liuna Local 183 Training Center is excellence in training. All apprenticeship programs are registered with the Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities. Become an apprentice and learn new skills which will open the doors to a rewarding career. Visit 183training.com. I just started my training, and I am Liuna. Troya is a Canadian manufacturer of PVC windows and doors. Troya cares about customer satisfaction in Canada standards. Troya has been established on principles of honesty and integrity. Our sales office, manufacturing facility, and showroom are located in Woodbridge, Ontario. We have a friendly and over 15 years of international experienced staff. We are a quality-focused, customer-centered establishment and strive to always improve our work. We have quality workmanship, superior knowledge, and competitive prices. We produce elegant, cozy, solid Canadian design system of windows and doors that will keep you and your family safe and comfortable in every weather condition. Our products help your home to become more environment friendly and energy efficient. Our installations are carried out by a fully trained staff to the highest professional standards.
Our professional services are a real focus on customer satisfaction. Your satisfaction is our biggest asset. Troya Windows and Doors. TroyaWindows.com. 905-856-9493.